Нас почитают безумными прошлых веков поколением, когда мы в местах бесшумных склоняемся на колени и в жарких молитвах искренне идем к Отцу без сомнений. И Он отвечает искрами священных благословений. Невеждами нас считают, по знаниях больших изъянам, что Библию мы читаем, оставив пылиться романы, что путь предпочли тернистый, грех обходя стороною, что юности жаждем чистой, за правду стоять стеною. Нас называют бедными, но мы этой бедности рады. Наш дух, закаленный бедами, нашел в Иисусе клады. Мы ищем богатство в Боге, и в нем одном богатеем. И счастья не ищем земного, чем то, что в Христе имеем. Для мира мы зрелищем стали, чтоб веру сберечь и разум, и не допустить немало в сердце неверия проказу. И пусть нас статьями ложными клеймят, не скупясь на неправду, наш путь Иисусом проложенный, а значит, цель жизни оправдана. Наш путь Иисусом проложенный. А значит, цель жизни оправдана. Thank you.